Привет, друзья! Сегодня хочу поделиться очень вкусным рецептом маринованные сливы по рецепту Тамары Герд-Короленко. Это очень вкусное дополнение к мясу или к вину. Нам понадобятся сливы, лучше взять венгерку, лавровый лист, перец горошком и гвоздику. На каждые 2 стакана воды, слитой из банок, берем стакан сахара и полстакана фруктового уксуса. У меня будет малиновый уксус. Раскладываем в баночку лавровый лист, перец горошком, можно взять и острый, и душистый, и гвоздику. Укладываем плотно сливы в банку. Заливаем кипящей водой, закрываем крышечкой и оставляем до полного остывания. Автор предлагает сливать и измерять сразу в стакан. У меня из 1,5-литровой банки получилось 3 стакана воды. Рассчитываю воду, сахар и уксус. Смешиваю все в одной кастрюле, перемешиваю и ставлю на плиту до полного закипания. Как только закипит, заливаю сливу. Накрываю крышкой, проверяю, чтобы крышка не подтекала, отправляю под шубу до полного остывания. Хранится в обычной квартире при комнатной температуре. Этим рецептом Тамара поделилась в прошлом году. Я делала 1 баночку на пробу. Зимой открыли, нам очень понравилось. И вот в этом году она снова поделилась этим рецептом. Я его вспомнила и решила поделиться с вами. Тамаре Герд-Короленко спасибо большое за предоставленный рецепт. Спасибо, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал. Здоровья вам и вашим близким!